Золотая клюшка для Александра Овечкина. Владельцы Washington Capitals преподнесли приятный сюрприз капитану команды по случаю 500-й шайбы в Национальной хоккейной лиге. На клюшке, выполненной из драгоценного металла, выгравированы даты основных достижений россиянина. За 11 сезонов НХЛ Овечкин не раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и лучшим снайпером. С попаданием в так называемый клуб 500 его поздравили легендарные хоккеисты. Специальное обращение, которое транслировалось во время церемонии на стадионе, записали Уэйн Грецки, Брэд Халл, Фил Эспозито, Павел Буре. Отмечу, Александр Овечкин стал первым нашим соотечественником, преодолевшим рубеж в 500 шайб и 43-м в истории НХЛ.